А сейчас я приглашаю на эту сцену замечательных моих коллег юных, воспитанники фонда «Новые имена» и «Гранд Пиано Компетишн», и «Синяя птица», и «Евровидение», Иван Бессонов, Елисей Мысин. Встречайте этот дуэт, который родился на юбилее нашего фонда «Новые имена». Вот так вот турецкая ронда Моцарта в четыре руки, Аркадий Володось. И кто сделал? Данил Цветков, это переложение. Они уже неоднократно выступали с этим номером. Я не мог не пригласить замечательный дуэт, замечательные пианисты. Сейчас вы все сами услышите. Елисей Мысин, Иван Бессонов.